Приветище! Сегодня мы с тобой поиграем в игру, которая заполонила мои комментарии. House Fulfilled Flipper 2. Начальный экран вот такой, тебя встречает этот чувачок. Можно выбрать Хану, можно выбрать Дэвид какой-то ужасный на самом деле. Хана поприличнее, посимпатичнее. Как мы Хану назовем? Да, конечно, Хана, елки-палки, уже имя до нас давно придумано. В моем варианте даже лучше звучит Хана, Хана всем. Выбираем снова профиль, и тут уже хотя бы значок House Flipper 2 появился. Какая красиво нарисованная заставочка. Я слышу будильник. 6 утра! На кой черт я так рано завел будильник? Ага, надо повертеть башкой, чтобы мои суставы размялись, и моя башка нормально функционировала. Отлично. Как шикарно. Том Марина. 6 утра! Че ты мне названиваешь, дебила куска? Отклонить. А что у меня тут есть? В смысле запись проигрывается? Я отклонил. Какой автоответчик? Я не хочу так играть. Если я отклонил, значит я отклонил. Я собрал цветок? И куда его? На пол? О, интересно. Мужик, можешь не болтать, я не читаю, я не слушаю тебя вообще. Можно это в окно выкинуть и все, чтобы меня это не беспокоило больше, что у меня тут цветы пропадают? А так вот. Я вижу свои ноги. О, ремень какой у меня зачетный. Короче, нам нашли какое-то предложение. Ой, я случайно переставил мойку. Давай ее вернем, как было. Вот сюда. Моющее средство, почему оно там у меня лежит? Развернем и поставим. Свет включается. Вот! Все-таки утро, пойдем выйдем отсюда. 6 утра, так светло. Забавно. Нормальный у меня дом, да? Я постоянно ходил, что-то там чинил, ремонтировал и заработал себе на домик. В принципе, уютно смотрится. Это не может не радовать. Тачка у меня есть? Ну, какая у тебя тачка? Ты все время дома чужие ремонтировал. О чем ты вообще говоришь? Максимум у тебя велосипед есть, хотя я сомневаюсь. Мячик. Это что, потайная дверь в Нарнию, которая не открылась до конца? Окей. Какой у меня срач дома, боже мой. Я навожу порядки где угодно, но только не у себя дома. О, ключи и записка, давай почитаем. Привет, солнышко, вот мы и добрались до нашего нового дома в заливе Moonrays. Он просто замечательный, приезжай в гости и убедись в этом лично. И почаще звони. А ты уже позаботился о нашем старом доме в Пиннакове? Обнимаем и целуем, мама и папа. Это родительский дом, оказывается. Постоянно ходил, что-то там чинил, ремонтировал и заработал себе на домик. Понятно, это мой дом, в котором я вырос. Если нужно что починить, ящик с инструментами в гараже, окей. В компе игрушка запущена, походу я рубал. А, это мой город в компе, и тут есть записка. И можно начать работу. Но нет, пока нет. Я лучше почту проверю, у меня тут два письма. Как там твои приключения? Это родители тоже пишут. Пойду в гараж и возьму свои инструменты. Где они тут могут быть-то только? А где мои инструменты? Я вроде... А, вот, вот гараж. Вот инструменты. Открыть. Молоток есть? А как мне его? И я даже понятия не имею, как их брать, эти инструменты, чтобы они у меня были. Что я за работник такой, у которого нет инструментов на поясе? О, колесо с инструментами, которых нифига нет, кроме моей строительной перчатки. Какой же срач на заднем дворе, боже мой. Что родители здесь после себя оставили? Короче, надо отсюда сваливать. Том, я берусь за работу, погнали. А вот и дом, в котором мне тоже придется убрать. Какой я гениальный вообще. Свалил из своего дома, чтобы убраться в чужом. Ну что ж, давай я вначале мусорный бак поставлю хотя бы. Вот. Таким вот образом. И буду сюда как бы мусор скидывать, да? Выбросить. Да. Моя логика не подвела меня. Мусорка для того, чтобы скидывать туда мусор. О, бобриха или бобр. На этой книжке. Для начинающих бобров написано там, короче. Но я не бобер, поэтому выкинуть. Прикинь, книгу не дают выкинуть. Может, ее повернуть надо вот так? Никак не выкинешь. Ладно, пускай здесь постоит. Что вот с этим делать? Не ясно. Есть инструменты, наконец-то они у меня появились. Уборка мусора. Давай вот это вот все собирать. Кто-то тут еще блюанул зелененьким. Походу, это инопланетяне тут ошивались у нас. Мусор закрыть и выкинуть. Хэт-трик. Попади мусорным пакетом в урну 3 раза подряд. Теперь нужно решить, что делать с этим. Скорее всего, щеточка. Вот такая вот щеточка. Почему без ручки? Обязательно такую надо было нищебродскую покупать. У меня вроде в руках щетка была. Откуда тряпка появилась? Ну ладно, главное, что она оттирает.
Ну вот, уже приятно, да? Можно дом продавать, но сперва нужно зайти и посмотреть. Твою налево, вот засранцы. Как так? Ну ничего, моя чудо-тряпочка все ототрет. А это кто тут лазил? Енотские лапки? Значит, вот это в мусор выкидываем. А это все оттираем. Еноты, конечно, это вообще еще те безобразники. Вот и щеточка появилась. Мне щетка больше нравится на самом-то деле. Что, и по окну можно? О, и по окну тоже можно. Забавненько. У нас еще есть флиппер-глаз. Это особенный глаз, который показывает нам, где мусор есть. Или грязь какая-то. Ой, лучше б я этого не делал. Можно я? Вот так закрою дверь. Продолжаем сбор урожая мусорного. Да, еноты здесь изрядно... Да елки-палки, чё? Мешок, что ли, забился? Еноты здесь изрядненько так потусовались. Возможно, тут что-то еще есть, что убрать нужно. Вазу просто взял и в мусор выкинул. Может, она была дорогая, ценная, а я взял и выкинул. Ладно, пойдем сюда зайдем. Может, я тут бухого енота найду? Нифига себе, дверь искорябал. Маленькие засранцы. Они такие, эти еноты. Говорят, что они очень умные. Вон туда отправляется мешок. Берем в руки щетку. Но погоди, хочу посмотреть инструмент флиппера. Что это такое вообще? Для чего он? Чтобы наводить на предмет, и он показывал нам крестик. Вот для чего этот инструмент. Ладно, трем. Все, что мне необходимо, это тереть. Это сейчас моя основная задача. Все тереть буду. Везде тереть. Это мой лозунг. Три везде, всегда и все подряд. Так, а что вот с этим-то делать? Оно тоже будет... Серьезно? Царапины на стене оттираются тряпочкой? А как же шпакля и покраска? Что за дичь вообще здесь? Тут тоже, да, вот щеточкой проходишь, и как бы диван чистенький. А как же пылесос, химчистка? Для кого это придумано вообще? Вот коробочку можно почистить? Нет, коробка — это картонка. Берем перчатку и давай все ставить как было. Свечечки вот тут сейчас расставим. Корзиночку эту вот сюда. В нее рулон с туалетной бумагой. Конечно, до туалетки тянуться далековато от унитаза. Можно и поближе сделать. Значит, вот, свечи поставлены. Тут, в принципе, все в порядке. Закрой форточку, чтоб... О! Форточка-то капец какая грязнючая. Блестит, как звездочка. Надо поднять цветок, а то он тут все валяется, бедолага. Откуда он вообще? Явно он тут не стоял возле вешалки для одежды. Но пускай пока тут потусит. Надо поставить обратно, конечно же, телевизор. А то негоже так. Это, возможно, тут стояло. Тапок. А черт его знает, откуда он. А где тапок? Вот мне интересно, может, под диваном там где? Вон, там, кажется, тапок. А, вон он, где лежит тапок. Тогда диван возвращаем. И тапочек-то вот сюда. Аккуратно, а приятно, красиво. По заданию, смотри, мне кажется, вот это вот все нужно продать. И вот мне этот инструмент здесь сейчас и пригодится. Вот это, значит, продаем. Где еще рыбеха? Вот, продаем. Надпись вот эту тоже надо продать. Что еще там? Значит, щуку надо продать. Вот этих двух карпов или что там? Вот это вот продаем. Щуку продаем. Весло продаем. И остался только торшерчик. Продано. Кстати, насчет книжки про бобра. Его продать нужно вообще. Ну и раз я здесь, нужно в баскет поиграть. Только что-то как-то плохо у меня это выходит. Глаз-алмаз. Трехочковых я понакидал. Вот он, это пятнышко. Ты елки-палки, как я вот тут... Не дотер и все. Три звезды не получишь. 2091 копеечку мне заплатят за мою идеально чистейшую работу. А это что такое? А, это мой дом. И вот, наконец-то, мои инструменты появились у меня в кармашке. Теперь-то я могу здесь убираться. Пришло время и дома у себя навести порядок. А что, если я инструмент флиппера возьму и просто буду здесь вот так вот делать? О, записочка. Извини за мусор. Да ладно, чё? Мне не привыкать, я всю жизнь все убирал. Я так понял, поскольку это мой дом, я здесь могу нафиг все вообще продать, вырезать и не париться по этому поводу. Так что даже окно могу продать. Дырявый дом. Прикольно. Старую мебель долой. С гаражом пока все ок. Надо его немножечко отмыть от этой всей грязи.
От бензина, от масла, ну и все, что тут накопилось от машины. Не моей. Это вот что за зеленая жижа? Тина какая-то. Слава богу, что она оттирается. Вот это вот не оттирается, нужен какой-нибудь веник. Может, я схожу в магаз и куплю его? Да, в строительном магазине нет швабр и веников. Ну и в принципе, вот это все, что я могу купить, это как декоративные элементы. Это не мои инструменты. Мои инструменты будут открываться по мере набора опыта на чужих домах. То есть вот я в чужом доме смог убраться, соответственно, я этот опыт переношу в свой дом и здесь тоже убираюсь. Так что вот это все откроется по мере моего обучения. Пока что я дебил. Ничего сам не умею. Хотя за спиной такой опыт, такой опыт. Поэтому мне остается только убираться. Пойду поднимусь наверх. Вот это вот все надо убрать. То, что я тут накидал на пол. Можно, в принципе, это все продавать. Ставни оставляем. Вот это можно продать. Зеркало старинное тоже продать. Все написано. Добро пожаловать домой, солнышко. Спасибо. Такой себе дом, как будто в притон какой-то заехал, заброшенный. Короче, знаешь, что я подумал? Поскольку этот дом на продажу, то нафига здесь оставлять то, как было в детстве? Поэтому все это нафиг продать и сделать свежо и красиво. Конечно, может быть, что-то надо было бы и оставить здесь, но тапочки точно не надо оставлять. Потому что то, что я буду покупать новое, оно будет в 3-4 раза дороже. Ну и пофиг, заработаю. Вот стул, например, мне он нравится. Хоть и потрепанно выглядит. Ладно, продам. Кухонная вся мебель, фасады, все они ужасно смотрятся. О, сковородку нашел. Ключи тоже продать. Ты получаешь инструмент флиппер бонусных очков. Что? Ты набрал достаточно опыта в инструмент флиппера, чтобы получить свое первое бонусное очко. Чтобы использовать его, нажмите Tab и перейти... Понятно, талант прокачивать мне можно. Вот, инструмент флиппера. Как две капли воды, можно дублировать предметы. Нужны дополнительные стулья для вечеринок? Нет проблем. Покажите мне только, как это делать. А вот как дублировать, смотри. Я нашел. Хопа, еще одну. Но правда, это дорого стоит, я тебе хочу сказать. Смотри, у меня сейчас 396. 196 баксов гитара стоит? Офигеть, а продам я за сколько? 396. То есть, в принципе, ты купил, продал за ту же самую стоимость. Так что, почему бы не продавать тогда? Что это за записка? Оставила тебе несколько кусочек пиццы в холодильнике. Серьезно? Пицца, действительно. Спасибо, мама. Только пицца, что-то, походу, ей плохо здесь. Она затухла. Может, прям с холодильником ее продать? Подожди, в морозилке, да, еще посмотрю. Ничего нет. Ладно, продаем, значит, холодильник. Я думал, это тараканы, это кофе просыпанное. Пицца вывалилась из холодильника. Надо ее, короче, в мешок просто выкинуть. Вот так вот, и все. Продаем. Это что? Записка за холодильником. Как они ее туда повесили? Вообще не понимаю. Привет моему будущему я, потому что больше тут никто не убирается. Ладно, возможно, это... Ну, это я сам себе оставил как-то когда-то. Ящики тоже... О, сколько там всего... Какого барахла-то было. Можно просто их открывать и смотреть, нет ли тут чего интересного. Продаем, продаем. Да, в принципе, все здесь можно продавать. И окна тоже. Лампочки нафиг продать, вот это все, тут все продать. Без окон буду жить какое-то время. Коврик. Ничего себе под ним пылище-то сколько было. Короче, ноутбук решил тоже продать. Че, пойду в... Вот сюда. Что тут у нас? Это все продать. Еще одна записочка. Люблю, когда мне так записки оставляет мама с папой. Прости, солнышко, стирка теперь на тебе. Блин, походу я поторопился убирать стиралку. Теперь, походу, в тазике придется стирать. Ну и, наконец, моя детская комната. Да, добрались сюда. Что бы ни произошло, помни, я тебя люблю. Лады. Буду помнить. Железную дорогу продаем. Хоть она мне дико нравится. Но ее надо продать. Записка под кровать. На память о потерянном бублике. Ладно, пусть будет так. Там не только бублики терялись. Значит, палочки какие-то. А, ой, окно продал. Это этот, клеевой пистолет. Удивительно, что под ковром ничего нет.
Блин, я думал, я сейчас крышу разберу. Но нет, не получилось. Тут какая-то записочка. Сус. А, это отсылка к Among Us. Люблю такие темки. Ну вот, детская комната, в которой я когда-то раньше жил. Все здесь прибрал. Идем дальше. Что-то я тоже бы убрал. Можете переделать вот так. Уху! Быстро отсюда сваливать. Погоди, что-то тут еще можно убрать. А! Да, я сейчас тут все нафиг разберу. И мне вот интересно, а это родительская комната, кстати. Дошел до нее. И тут куча записок, надо почитать. Экзамен Тома 27 марта в 13:00. Тут что у нас? Теперь можешь занять большую спальню, если хочешь. Да как бы нафига? Большая кровать отправляется на вынос. Картина тоже. Я думал, под картиной будет записка, но нет. Это все тоже продается. Вот таким вот образом. Ковер тоже улетел. Двери нафиг. Это гардеробная родителей. Я снова получил очки опыта. Сейчас посмотрим, что я там могу прокачать. Гантельки продал. Куча опять записок. Отправь документы Тому. Прикольно, что записочки мамы я тоже продаю за какие-то копеечки. Это как-то странно, кому вообще нужны записки моей мамы, кроме меня. Мне очень радостно, потому что я после первого рабочего дня вернулся домой с 2000 в карманах, да, а сейчас у меня там почти 40 000. Пойдем посмотрим, что там по улучшениям, по талантам, что еще я могу прокачать. Законодатель моды. Ты можешь скопировать стиль предмета или любой материал для отделки поверхности. Обрати внимание на то, чтобы ковры подходили к твоему столу. Стиль и все такое. Полезная штука, чтобы не ковыряться и не искать самому. Ну вот, собственно, и все. Вся квартирка зачищена. Останется тут только отодравить все и заново поклеить обои или поставить окна. А вот это ототрется? Ха. Раствор клеевой отмывается. Забавно. Мне вот интересно, вот с этим что делать? Оно отмывается? Все очень просто делается. Слушай, я сейчас такой ремонт тут сделаю, что и продавать не захочу нафиг. Следы мои на первом этаже надо тоже оттереть. Очко опыта за уборку получил. Вот эти пятна надо оттереть. От ковров. Это, я так полагаю, пылище. Итак, смотрим своим флиппер-взглядом. Вроде чисто. Вот здесь вот только надо теперь прибираться. Так, давай посмотрим. Значит, за уборку мне очко дали. Более быстрая уборка. Пятна очищаются в мгновение ока. Ну, значит, прокачиваем. И проверяем вот на моих... Кстати, действительно, оттирается намного шустрее. Классно. Ну и щетка сама быстрее туда-сюда ездит. Блин, ну это капец, ты посмотри, вот сюда. Хопа. И все быстренько оттер. Я теперь бабки смогу в 2 раза быстрее получать. Еще и на потолке, елки-палки, грязь какая. Матерь божья, а тут-то что произошло вообще? Бомба грязевая взорвалась. Кстати, было бы неплохо, если бы здесь была паутина. Ну вот и все, дом убран. Остается здесь переклеить только обои, уложить плитку, побелить потолок, затащить мебель и еще куча всякой работы. Это мы оставим на потом. Пойдем посмотрим, что у нас на заднем дворе. Тут куча всякого барахла. Цветочки оставим. Чего-то здесь не хватает, да? Давай-ка мы сделаем вот что. Еще один цветок сюда и вот сюда. Вот этот мне не нравится. Лучше сделаем еще вот таких вот. Во! Также мы еще можем делать все в одном стиле. Вот, например, давай на мусорном баке я тебе покажу. Я хочу, чтобы они были 2 одинаковых цвета. Опля, и все. Найдите поверхность отделки в магазине. Вот такую вот отделку я ищу, и вот она сразу всплывает. Не надо париться самому искать в магазине. Это очень удобно. А вот что насчет двери? Выставить стиль. А вот если вот такой вот стиль, копируем и делаем сюда. Во! Вот! Так все намного проще. И приятнее смотрится. О, вот это другое дело. А дверь. Вот и дверь обновилась. Блин, не надо было двери выпиливать. Вот лавочку, если мы лавочку покрасили, но она не убралась, к сожалению. Блин, смотри, вот эти столбики-то мы перекрасили, а снизу никак. Ладно, давай убираться на заднем дворе. И мне дико нравится здесь камин. Его можно продать, но я, пожалуй, его оставлю. Он очень классно здесь смотрится.
Вот это все сейчас отмывать будем. Палку эту тоже продаем. Палеты тоже. Отмываем. Тут тоже все отмываем. Тут у меня стоит вроде как собачья будка, но она перевернута. Сейчас попробую ее развернуть. В смысле, тут нету отверстия для собаки? Тогда продать нафига мне такой брак? Лопатку и ведерышко с яблоком продаем. Тут кусты какие-то, нафиг они мне тут не сдались. Продать. Беседку можно тоже продать, но я, пожалуй, ее оставлю. Она очень красиво смотрится с этими розами. Вот эти кусты надо убрать. Розы красиво. Вот эти все кусты надо будет по-другому расставить. Какие-нибудь другие кусты сюда надо будет. Здесь нужно стиль сменить. Вот такого вот типа. В смысле белая дверь? Ну, кстати, белая, в принципе, смотрится и ничего даже. Ну-ка, если здесь ее. И тут тоже неплохо. А если столбик? А вот и столбик, смотри, меняем. Вот этот цвет мне даже больше нравится, чем был. Давай тогда и ворота здесь тоже в белый. И лавочку тоже в белый. Ну, красота же. И здесь тоже. Во! Вот это я понимаю. И тогда вот это вот тоже надо. И вот беседку тоже. Красота! Что у нас здесь? Ветка, лопата, пень. Пень продать. Нафига мне пень? Куст какой-то непонятный тоже продать. Дерево. Пускай стоит дерево, это всегда хорошо. Это продать. Детей у меня пока нет, так что вот это можно продать. Мухомор, на кой черт мне на заднем дворе? О, это съедобные грибы, на лисички похожи. Все равно продать. Электрощиток, кстати, как насчет его немножечко изменить по цвету? Стиль какой-нибудь выбрать? Может быть, вот этот стиль скопировать? О, так-то всяко поприятнее будет. Слушай, а если белые мусорные баки? Ну вот, уже другое дело. Почтовый ящик тоже в белый. Все в белый цвет, елки-палки. А что внутри дома я могу сделать в белый цвет? Нифига, ты тут ничего не можешь сделать. Ну вот, значит, начало положено, тут еще куча работы. Давай посмотрим, что там по сообщениям. У меня есть одно письмо. Снова привет, спасибо за помощь в прошлый раз. Я помог подруге купить дом, и ей, кажется, не помешает помощь с распаковкой вещей. О, да когда уже нормальный ремонт начнется, распаковка вещей? Ну чуть-чуть, короче, грузчиком пойти поработать. Ну такое себе. Я думаю, что отложу это на следующий раз. Поэтому, если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть дальнейшее прохождение Flipper House, и как я буду отстраивать дом своих родителей, которые мне его отдали, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующее видео, на котором мы с тобой и увидимся. Так что, до встречи.